надежная и качественная книжка, которую мы приобрели взамен старого PocketBook 640. Данная модель называется опять же PocketBook, но 628 и является новой. Здесь имеется сенсорное и физическое управление всеми функциями, возможность расширения памяти, подключения к компьютеру и зарядка – это микро-USB. Время работы примерно, если читать 1-2 часа в день, больше месяца. Надеюсь, что именно так и будет. Работать с ней надо, конечно, в чехле, так как она по экрану считается все-таки слегка хрупкой. Размер 6 дюймов, компактная, лежит в руке удобно, не скользит. Пластик, правда, заляпывается. Можно регулировать книги в различных форматах, стилях и скачивать их непосредственно через интернет с помощью самой книги, подключая к сети, а также через ПК стандартно проводом. В принципе, все удобно. Форматы она читает самые распространенные: EPUB, TXT, FB2 и некоторые другие. Можно рассматривать на ней фотографии в черно-белом формате, также играть в простые игры типа судоку, пасьянса, косынка. Имеется небольшой редактор картинок, ну то есть вы можете рисовать что вам угодно, опять же в черно-белом и в сером формате цветов. Советую брать, хотя она является достаточно дорогой, и с оформлением в виде обложки стоила где-то 12 с чем-то тысяч. Можно приобрести в интернет-магазинах онлайн и офлайн их версиях, что весьма удобно. Гарантия 1 год будет. Полностью советую. Фирма украинская, швейцарская, китайская, ну, в общем, международная, как это бывает в глобальном мире. Выбрать можно любой язык, который вам удобен для чтения. Работает с подсветкой очень яркой и все-таки надежная, надеюсь. Можно расширить память при желании. Микро-USB порт для работы существует. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Надежная и качественная книжка, которую мы приобрели взамен старого.